жизнь пока была не готова. Она хотела любви, но не хотела детей. Она заканчивает школу с нежеланной жизнью в животе. Взрослеть пока была не готова. Она хотела любви, но не хотела детей. Она заканчивает школу с нежеланной жизнью в животе. Не видела жизни, такая слабая. Нельзя сказать, что молодая, она маленькая вообще. Следовала всем примерам взрослых. 90, 60, 90. Конечно, где-то 70 на 40. Но похер, в школе фигура, фактор не самый весомый. Ей хватало, чтобы мальчики класса хотели, как взрослые, с ней после учебы встречаться. Выбрала одного и была не против с ним замутить, да так, чтобы невинность испортить. Не знала, что еще этим будет испорчено. Парень кончил нее, и жизнь будто закончилась. Но еще не понимала, что оставил дебил. Ей просто задержалось то, что раньше было стабильным. Просто стала усталой, немного изменилась. А мама все поняла и перекрестилась. Взрослеть пока была не готова. Она хотела любви, но не хотела детей. Она заканчивает школу с нежеланной жизнью в животе. Взрослеть пока была не готова. Она хотела любви, но не хотела детей. Она заканчивает школу с нежеланной жизнью в животе. Почему случается так, что судьба ломает одного, когда достоин каждый? Ведь все люди живут практически одинаково, но лишь одна из тысячи из-за ребенка заплакала. Ну как так-то? Было как все просто, но шага хватает от подростка до взрослого. Для нее этот шаг оказался провалом. Она сама из дочери вдруг стала мамой. Ей так мало лет, но все изменилось.